Неужели вы не понимаете, генерал, что я не буду сотрудничать с вами? Никогда. Родиной я не торгую, многократно отвечал врагу отважный и стойкий военный, герой Советского Союза, наш земляк Дмитрий Карбышев. Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор военной академии генерального штаба, доктор военных наук, герой Советского Союза. Великое множество заслуг у этого необыкновенного человека. 18 февраля 1945 года жизнь героя, который прошел русско-японскую, Первую мировую, гражданскую и советско-финскую войны, трагически завершилась в концлагере Маутхаузен в Австрии. Герой был измучен страшными пытками фашистов, но он не был сломлен врагом. Несмотря на свой возраст, Карбышев был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. Даже облитый водой, замерзая на холоде, из жизни он уходил достойно. В день гибели героя ветераны Великой Отечественной войны, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, патриотических клубов, а также неравнодушные жители Омска, которые гордятся своим земляком и помнят о его подвиге, традиционно почтили память земляка в сквере имени Дмитрия Карбышева. Дмитрий Михайлович Карбышев, столько ему предлагали, я говорю, более 3,5 лет и жизнь, и работу, но он не предал ни родину, ни честь офицера, ни землю свою омскую, сибирскую. Было присвоено звание единственному из тех людей, кто был в концлагере, звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, формулировка, стойкость и мужество. И вот это мы должны передавать, значит, всем поколениям. Региональное правительство совместно с молодежным советом при городском общественном совете, общественными и патриотическими организациями Омской области ведут активную совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения. Совместно мы пришли к пониманию того, что идти разными путями в вопросах патриотического воспитания и работы с молодежью ну никак нельзя. Поэтому вот сейчас мы разрабатываем именно общую концепцию работы по входу в школы Омской области и работы целенаправленной по патриотическому воспитанию в омских школах. Также памятные мероприятия в день гибели героя прошли в средней образовательной школе номер 90 имени Дмитрия Карбышева и Омском кадетском военном корпусе, выпускником которого он является. Мы, жители Омской области, гордимся своим земляком и будем передавать память о нем из поколения в поколение.